Народ, привет. Народ, привет. Знаете, мы сейчас в таком необычном месте, возле Эльсафа парка, да, в Эльсафе комплекс. Мы пытаемся найти одно очень интересное кафе. Поверьте, вам оно понравится. Мы в Киеве хотели попасть в такое место, но как-то никогда не удавалось. Теперь мы хотим здесь попасть. Да, сейчас, Наташа, иди вперед. О, я боюсь, мы будем искать, знаю. Потому что, честно, таксист нас довез, но он не знает, где это место. И здесь, смотрите, как уютненько, смотрите, какие кафешечки вообще классные. Дома. И смотрите, какие огоньки горят здесь. Эти вот ветровые башни, наверное, светятся. Но это жилой комплекс. Да, это жилой комплекс Эльсафа напротив парка Эльсафа, если вот вам будет интересно, и вы захотите в это кафе попасть. Вот пытаюсь сейчас как-то подобрать размер селфи-палки. Извините, все вроде защелкнуло. Ух ты, класс. Мне кажется, может быть, надо... А вон какое-то кафе. Интересно. Пользуясь старой человеческой традицией, спросить. Да, спросить, но мы просто Google карту соскриншотили, и вот как-то водителю объяснили, как-то он понял. Ну ничего, так красиво здесь, даже погулять красиво. Так, идемте за Наташей. Я нашла. Ты нашла, все, класс. Идем. Ну, Наташа молодец. По низу показывай. Почему по низу? Камеру, то уже будет видно. Ну и что? Я думаю... Ух ты, тоже симпатичное кафе. Не, ну ты знаешь, в принципе, я думаю, никакого спойлера не будет, поскольку видео-то в описании названия я поставлю, чтобы люди заходили и смотрели. Кстати, сейчас расскажу, что в эту кафешку нужно букать время, и вход туда платный. Сейчас все расскажем. Забронировать время и день можно на сайте, все очень легко. И потом приходите, потом уже, наверное, будете платить по факту. Па, вот оно. Кафешечка с котами, представляете? Не, ну я просто вот как бы это не волнуюсь. Новость, да, в принципе? Не такая себе новость по жизни, но тем не менее мы никогда не были. В Дубае, да? Ну, в Дубае тем более, но в Киеве тоже есть, но мы никогда не были. Да, а котиков попасть, хочется, да. Хотя котиков у нас много бездомных, которых мы пытаемся кормить. Вот, как можем, но хочется все-таки потискать, если нам дадутся, правда. Надо ну, вроде как, наверное, там есть правила. Я их почитала, перевела, помыть руки там, не тянуть за хвост, что-то, ну, нормальные, адекватные правила. В общем, пойдем. Ну, да. Комплекс шикарный. Так, entry fees, смотри, вот, подожди, я хотела вот за 49, чтобы мы попили еще. Так вход без напитков стоит 39 дирхам. А вот с напитками, смотри, кофе, чай, соки 49. Я думала, только одно кофе. Ну, дальше там есть варианты, милкшейки уже подороже, 59, смузи, это я не хочу. Вот, звонить для бронировки, но мы на сайте забронировали, нам пришел mail, пришло подтверждение. Все, заходим, да? Да, попытаемся. Hi. How are you? We book here time today. Yeah, Olga. Okay. Olga Romanova. Два. Two person. For two person. Yeah. So we have the choices here for the entry pass. Yeah, we want 49. Two. Okay. Yeah. А может тут что-то еще есть? Милкшейк. Смотри, 49, кофе, tea, juice и water. Ну, я просто все пересмотрела. Water. Не и, а о. Да. Вот, кстати, правило. Не тянуть за хвостик, там, не тягать меня, не беги впереди меня и моих друзей. И про детей что-то еще сказано. Ну, про детей вообще как бы сказано все хорошо, можете приходить, но детям нужно правила объяснять, потому что все-таки, извините. Все, выбрали себе уже напитки на эту плату и заходим. Hello, good morning. Вот эти чек. Вот. А, чек. Чек. Сейчас даю чек. Боже мой. Я в кошачьем раю. Смотрите, какие красавцы здесь лежат. За тобой. Ой, здравствуй. Здравствуй. Он решил познакомиться с Наташей. Вот такой вот красавчик. Боже мой, смотрите. Это напоминает такого нашего кота. Ух, красивого. Давайте я сейчас просто обойду, всех покажу. Hi, yes. А, в общем, нас сказали, можем присесть за столик. Я пойду там оставлю, кстати, это на. Держи, передвину нашу камеру.
Я пойду оставлю нашу это. Там он еще, да? Держи, держи, держи. Сята спи. Посмотрите, вон еще Мася спит. Привет. Тихий час. А вы чего не спите? Почему вы не спите? Привет. Может, какой котенок нам идет? Привет, привет. Вы, кстати, очень похожи. Да. Цветом волос. Не знаю, какой котенок. Это кошечка, наверное. Видишь, у них это... разные, я так понимаю, по цвету. Это просто какая-то кототерапия, народ. Очень рекомендую. Кстати, сказали, что котиков нельзя брать. Вот так да, вот, если они только захотят. Хвостик нельзя тянуть, можно гладить. Но если котик вам запрыгнул, то это можно, это хорошо. Котенок, ты идешь? А, прелесть. Да, там еще спит один, я уже с это сняла. Идем ну, дальше, посмотрим, что есть. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер кот. Здравствуйте, дорогой. По-моему, немножко утомленный, но так... красивый. Ну, поели, спать пора. Слушай, девочка, какой запах. Вы знали, что все трехцветные коты – это девочки? Да, только это, только девочки могут быть трехцветные. Здравствуйте. Ой, смотри, оттуда кот вышел. Это для котов. То есть я сюда залезть не могу. Что это такое? Нет, там есть, там как душик какой-то. Я не понимаю. Я попробую. Опа, я не знаю, что там вам видно, мы потом посмотрим. Ой, извини. Кто-то здесь ко мне пришел. Привет. Ах. Привет. Они, только... они туда идут. Они, наверное, там прячутся, когда им люди надоедают уже. Наташа, ну смертельный номер. Сможешь туда залезть? Не хочет. А вот, смотрите, и кормилочки. Ну, конечно, тут вход должен стоить платно, потому что котиков содержать нужно. Ох, да это прям в капсуле он такой. А, вот и куда вход-то, в капсулу. Вот такой еще здесь. Ого, как высоко забрался рыжик вон там. Боже, кошачий рот, слушай. Ты довольна? Ой, какой вот этот котейка симпатичный. Просто любуйтесь вот такими шикарными котятами. Если будете в Дубае, конечно, рекомендуем вам. Знаешь, меня что удивляет? Как они не ссорятся? Друг ну, не знаю, наверное, понимаю, шутки. Нужда, живут вместе. Может, и ссорятся, сейчас они спят. Интересно. Наверное, есть какие-то разборки. Интересно, кастрированные ли они, да? Ну, конечно. Вот как космонавт. Этот на какого-то тигру похож. На пуму, на белую пуму. Помнишь, в зоопарке мы видели пуму и узнали, что она белая, а не черная, как Багира. О, какой он большой! Это просто не видно. Честно, я показываю, он очень большой. И вот чей-то хвостик еще вместе с камерой. А вот его девочка наша кофе привезла. Сейчас покажу. Наташин смузи и мой я выбрала White Flat. Я что-то с розой взяла. А, у тебя еще на чашечке котик. Я заберу эту чашечку. Обязательно. Хотя а это они бегают, ты думаешь, как хомячки по кругу? Нет, я думаю, это будет. Класс. Ну вот такое оно. Мы сейчас стоим в самом дальнем углу возле котика. Вот небольшое кафе. С такими удобняшками для котов. Вот здесь такая living territory, территория, где они живут, играются. Знаешь, что интересно? Красивые лампочки. Знаю, скажут ли они правду и знают ли как бы эти девушки? Откуда эти коты? Ну это видно, что породистые коты. Породистые. Брошенки или все-таки покупали специально? Вот. Не знаю. Хотя тут просто столько животных. Сколько красивых брошенок тоже есть. Очень много бросают, уезжают, бросают, играются, бросают. Это большая проблема. Дети просят купить и потом бросают, да. Но это не только в этой стране проблема, а в многих странах. Ну, красивые. Ну, идем. Пообнимаешь кого-то там. А есть? Ну, в смысле, погладить можно, гладить можно. Это не спрячешь, я бы ну, беленькая вон. Смотри, наворачивает. Малыш.
И рядом в капсуле спит так свернувшийся рыжик. Это прикольно вообще. Та девочка голубоглазая, беленькая, а это желтоглазая. Да. Прикольно. Очень красивая. Сейчас, конечно, вот так вот сесть вот между этими двумя тумбами и будет фото такое, да? У меня есть коты. Да, сейчас мы прекратим съемочку и нафоткаемся с котами. Мальчишки прошли, посмеялись. Мордой уткнулся. Такой типа, я уже наелся, я уже сплю. Маски можно приспустить точно, если, конечно, сделать замечание, мы оденем ее просто. Кстати, обращаем внимание, какой у Наташи котик сегодня. Помним, на Андреевском спуске она его купила вообще, это мышка на хвосте. Наташа прям специально его. Я подготовилась, да. Я знала. Да. Взяла в это кафе. О, просыпается дымчатый. Мафия просыпается? Нет, только перевернулся, чтобы удобнее лечь. Радует, что они не убегают, кстати. Мне кажется, может, здесь солнышко было, и они уснули просто. А вот смотри, какая у них развлекуха. Приехал доставщик. Котёна пошла и смотрит. И доставщик смотрит на нее так интересно. Ой, поганый. Ну вот это вот очень класс. Ты можешь сесть на пол и его погладить точно? А кто меня поднимает? Я думаю, что там звенеть начало? Да ты звонишь? Колокола. Привет, рыжулька. Точнее, трехцветная рыжулька. Все. И легла спать. Это самое классное, когда котик спокойно спит, не дергается, не убегает, не нервничает, что кто-то там за ним будет гнаться, что у него есть еда. Блин, так важно вообще. Запах тут классный, я уже говорила. О, вот ребята к тебе тоже заходят посмотреть, наверное. Они подождали девочку и... Сейчас будет весело. Да, сейчас будем фотографироваться, обязательно. Ну вот тоже не одни мы, люди пришли, прям вот сразу подбежал, потому что ребята были с каким-то пакетиком, что вы мне принесли. Класс. Кстати, ну вы забыли. Ой, здравствуйте. Здравствуйте! Какой он большой! Вот это котик! Так это выгодно что-то принести. Смотри, тут прям аншлаг. Даже держи, дай его положи. Не хочет. Он ждет что-то от девочки. Он думает, что это, да, что они что-то ему дадут. Нет, он пошел, наверное, туда. Кормушечку. Там не кормушка, там комната отдыха. Там туалет. Надо спросить. А что там в это? Что там в этой комнатке? Я думаю, что туалет. Это твой. Идем сядем, может, и к нам кто придет. То есть выставим рюкзак, выставим твою сумочку, мы не да. Так, будем пить? Какая красивая. Девочка рассказала, что это коты, которые были у хозяина. И хозяин просто их много отдал и сделал такое кафе. Перевожу на русский. Поигрался и решил сделать кафе. Ну не знаю, я сказала, если бы мой кот, я бы никогда не отдала. Я услышала это, да. Я бы тоже так не сделала. Ну. Это ж сколько. Ну, представляешь, они такие маленькие котятки их берут, играются, возьму этого. Ну да. Хотя дворовые коты бы тоже здесь прекрасно смотрелись, да? Какой серый, привет, плюшка. Мне, знаешь, такое впечатление, он посмотрел с таким видом. А вы брали разрешение на съемку? Привет, можно я тебя обниму?
Не, он только что покушал. Не хочет, не хочет. Вообще, вот это вот вообще, он играться не хочет никак вообще. А ты же ему ничего не принесла? Я денежку дала, как бы его покормить. Да. Я могу ему взять корм принести. Да, да, да. Это банальщина, денежку. Девочка. Пойдем. Ой, ой, вообще, ой, ой, ой. Не, не хочет вообще, не хочет. Нас коты разлюбили, нас коты разлюбили. Ничего, просто они, это, они довольны жизнью. Не забирай всех котов. Можешь снять, как девочка нас снимала, потому что прикольно. Мы снимаем ее, она снимает нас. А так он съел какую позу, это мужчина. Ого, толстый. Боже, как это толстый. Я хочу так же съесть. Да. О, пришли маленькие дети. Вот сейчас действительно будет интересная тема. Сейчас будет жара. Давай, мы отодвигаемся на наше место локации. Пьем вкусный латте. Это интересно. Сейчас. Какие? Покажу вам штучки. Какие штучки? Не знаю. Может, напитки вставлять сюда, чтобы не падали? Смотри, ребенок хорошо реагирует. Погладил, не ударил, не стукнул, не потянул. Я обычно арабские дети такие разбалованные. Ребята сидят, играются возле котиков. Белая кошечка наблюдает за улицей. Тоже такая развлекушка. Оп, сидишь себе, солнышко. Хотя сейчас вот прохладно, немножко кондиционер работает, вот холодно. Сейчас даже курточку надену, наверное. О, Аркон лапку-то вытянул, красавец какой. Правильно, лучше поменять позу, удобно лечь. Главное, чтобы попка не упала через этот край. А Наташа довольная сидит. А, типа что там вот коты, нам показали это место. Покажи, что у тебя есть. Смотри. Опа. А там дырочка. А, то есть ты пить будешь не с трубочки? Не, с трубочки. А, все. Просто такой фиксация. Да, вот и девочка стоит, наблюдает постоянно, правильно. Даже скажи, что это такое у тебя? Не знаю, что-то вкусненькое, сладенькое. Вкусно какой-то, да, реально? С молоком, как может мороженое. Скажи еще раз, какой да, вкусно. Смотрите, какая. Ой, холодный какой. Ну, так это же. Не-не-не, конечно, я хочу кофе. Я хочу кофе. Ну вот, уже народ подошел, уже как-то весело. Привет, красотка. Привет. Та девочка, которая не хочет играться абсолютно. О, может она в колесе что-нибудь сделает сейчас? Сальто, я не знаю. Кошачий сальто, он сейчас у кого-то лапка упадет. У кого-то сейчас упадет лапка. Она енотика похожа чем-то. Ой, чуть я не навернулась. А, красотка. То есть капсула здесь популярная вещь. Красивая девочка. Не, не хочет, чтобы ее гладили. Здесь они вниманием избалованы, так что с этим все в порядке у красивых котеек. Что ты посмотрела, кто сосед? Еще один красавчик проснулся. Ай,
Боже, какой ты большой. На самую верхотуру вылез. С видеокамерой. Я всегда с собой беру видео. Да. Представляешь, там такая съемка в видеокамере. Ну как, а как он будет слазить? Так. Да, тут раз, прыжок, два. И все. Все дело в шляпе. Нас и здесь неплохо кормят. Сейчас. Соседи беспокоят. Посмотри, боится или не хочет. Как же ты... Да это вообще... Ух, какой ты серьезный. Будешь спускаться? Только соседа разбудил, да? Давай, прыгай. Решайся. А, вот. Толстый. Сейчас будет соседа это. За хвост. Посмотри. Всех разбудил, нормально? Ты посмотри, ну. Тумбочка. Боже, куда тебе кушать? Как и мне, надо мне диету. Ну ты и тумбочка. Привет, тумбочка. Привет, тумбочка. Привет, тумбочка. Как твои дела? Можно тебя гладить? Нет? Так, что вы хотите? Кофе? Ой, добрый. Black white. Такой вот. Flat white. Flat white, да. Black white. А что это написано? Rice and... Это вот на двери было написано. А rice, что это такое rice? Rice это вверх какой-то. Вот, кстати, вот это вот Instagram. Instagram, тут много фоточек. Так что... Я говорю Коте, что нам с ним пора на диету. Ну, эти вкусненькие. Ну, как он слазил, просто это было что-то. Я думала, что он сейчас перевернется и спать. Он двоих разбудил. Нормально вообще? Ну, это нормально, поэтому он на самый верх и полез. Молодец. Да? Это комонавт. Да, там удобно все-таки в этой капсуле. Ой, смотри, две девочки, получается, лежат. Отдыхают. Я видела, дела у него. Да, у него туалет теперь. Кстати, покушал туалет. У нас сначала мы в туалет, а потом кушать. А когда сначала кушать, потом в туалет. Вот и разница. Интересно. Смотрите, это водичка для питья. Я думала, это просто как увлажнитель воздуха. А это для них водичка. Какая прелесть, да? Вот
пойди узнай, все ли с ним в порядке. Нет, он занят. Занят. Думаешь? Он серый тоже. Серый придется там. Смотри, как серый обходит, обходит мальчика. Смотри, что за такое дикое животное, которое я не знаю. Я еще не проснулся, он уже кричит, да? Ноги мыла, да? Ну хорошо. Так, что такое? И заинтересовали его мои кроссовки. Попить тоже, наверное. Тоже попить пошла. Или это другая? Это другая. А, это другая. Серый пил. А мы думали, что там за такая водичка стоит? Я серьезно думала. И по утрам как-то... жадно пил воду. Классно. Ну, дорогая, наверное. Так. Он как-то, знаешь, сбегает. Так, прикосновение, так уходит красиво тело. Ну, ты представляешь, сколько у них тут здесь. Я попробую. Ну, давай. Ты просто должна прикинуться, что ты камень. Тогда он будет не реагировать на тебя. Ну, не дети, он согласился. Были случаи укусов, царапываний? Конечно. Кусали, открывали конечности. Правильно. Показалось, что свинцы шлысые. Не, ну свинцы шлысые. Куда ты ушла? Куда ты его приглашаешь? Да он уже не запрыгнет. Это он один раз, наверное. Здравствуйте. Она, по-моему, с нашим этим играется, с нашим брюком. Не, она вообще-то говорит, вообще-то... Ой, а куда она? А, она куда-то в середину, да? Это вообще-то там мое место было. А, там расстегнут рюкзак. Ну, да. А, я не поняла. Там круассанчики лежат. А-а-а. Ты кушаешь круассаны? Ты круассаны ешь? А-а-а. По-моему, она поигралась с нашим этим. Не знаю. Она хватает этого. Гуфи? Ты хватаешь Гуфи? Зачем тебе Гуфи? Ты хватаешь Гуфи? Не надо, пожалуйста. Ну, Гуфи целый, все нормально. Ну, если я переложу рюкзак вот сюда, ты пойдешь сюда? Лап. Наташа, ты говоришь, тебе котики не идут. Кстати, 23 кота здесь, мы спросили, 23 в этом кафе.
Вот, сколько мало счастья нужно. Котиков немножечко. Не оставляем мой рюкзак просто вот. Что там? Что там? Погрызла мне замочек, да, так и ушла. Ну что, Наташ, нравится? Стоило ехать, ты ж так не хотела. Нравится. Я не хотела, потому что, знаешь, много бездомных котиков, ну, всех не спасешь, поэтому хоть этим хорошо, я знаю. Да, этим вроде хорошо. Ну что, друзья наши хорошие, вот такое видео сегодня про кафе котов в Дубае. Тоже можете прийти, посмотреть, погладить кошечек, котишек, поставить денежку какую-то, покормить их, купить вкусный кофе. Вот. Наташ,